Сейчас мы идем на озеро. Хотим зайти после 9 по бесплатному входу. Сразу пометочка для тех, кто вдруг собирается. После 9 вечера здесь вход бесплатный, но только с улицы Персиянова. Вообще вход стоит 150 в будничные дни и выходные 250 рублей. Вот, народу здесь куча, машин куча, не протолкнешься. Ну, сейчас вот идем к входу. На входе нас встречает робот. Красивые фотографии с транспортера. Всего за 100 рублей на ваш фотоаппарат. Все, идем дальше. Ну вот мы зашли на территорию озера. Сейчас будем продвигаться к соленым озерам. Народу, как вы видите, много. Сейчас посмотрим, что на озере. Днем-то там вообще не протолкнуться, поэтому именно вечером мы решили вести съемку в более-менее спокойной обстановке. На территории озера также есть различные аттракционы. Вон колесо обозрения и так далее. То есть там много. Для любителей массажа есть здесь массажный мир, так называемый. Так что здесь и вам и массаж сделают. Также здесь есть еще соляная комната, лечебные грязи и многое-многое другое. Об этом, наверное, я всем рассказывать не буду. Если вы приедете, вы здесь увидите и так сами. Но здесь ходить есть где. Ну что, на часах уже 10 час, а народу на озере будто ночь еще не скоро. Но днем здесь, конечно, вообще не протолкнуться. Поснимаем людей. Видите, как соль держит? То есть люди ложатся с каких-либо напрягов, лежат спокойно на озере. Соль держит людей. И не дает утонуть. Поначалу это, конечно, непривычно, такое ощущение. Но потом ты привыкаешь и получаешь от этого удовольствие. Ну, вот сам рудник. Так что вот так вот выглядит жизнь на озере Развал 9:30 вечера. Вот такая вот соль лежит по всему берегу. Для кого-то, может быть, это будет диковинку, а здесь на озере Развал это привычное явление. И когда ты выходишь из озера, ты весь белый. Ну, соответственно, когда высыхаешь, весь соленый. Даже собака купается в соленом озере. А ей, по-моему, все равно, соленое, но или не соленое. Для тех, кто вдруг интересуется, какой же здесь пляж. Здесь пляж галечный. То есть будьте к этому готовы. Единственное, около берега там немножечко песочек, но так в основном галька. Но есть, то есть дорожки, то есть по которым можно ходить. Такие вот они из плиточки тротуарные. Как-то так. Также, если вы приехали в Соль-Илецк и не знаете, куда сходить,
Вот один из вариантов. Под открытым небом у нас музей военной техники. И сюда вот недавно самолет пригнали. А как он сюда попал, вы можете посмотреть в моих видео. Сейчас я... Вы наверху видите подсказочку. Проходите, смотрите. Здесь очень много всегда народу. Все приезжают посмотреть, пофотографироваться с военной техникой, с самолетом в том числе. Так что приезжайте и смотрите. А сейчас едем дальше. Также в Сырлецке есть центр культурного развития. Вот сейчас мы находимся рядом с ним. Здесь обычно показывают кино. Здесь кинотеатр, также здесь концерты какие-либо, ну и многое другое. Чаще всего отдыхающих в центре именно так ищут. Просто на заборе приклеивают табличку «Жилье» и все. И народ так ищет жилье. Кто-то через интернет, кто-то на трассе ловит. А вот так здесь дают жилье. То есть на каждой машине чаще всего дается жилье, и так стали. Ну все, вот мы подходим к парку Персиянова. Тут, кстати, сейчас приехал дельфинарий. Так что можно сходить в дельфинарий. Он, по-моему, будет до конца сезона, насколько я помню. Сейчас там как раз идет представление. Ну а вот, собственно, начинается парк Персиянова. Здесь все возможные развлечения для деток, аттракционы и многое другое. Давайте сейчас поподробнее пойдем посмотрим, что здесь есть, куда сходить. Потому что часто многие приезжие, и мы, соответственно, задавались данным вопросом, куда бы сходить. Но, тем не менее, нашли куда и решили показать вам об этом. Тир. Как солнце сейчас светит, не знаю, вам видно, не видно. Такие вот аттракционы. Тогда поближе сниму его. Ну вот мы подошли к поистине фонтану. Сейчас он пока бьет одной струей, и мы посмотрим, что он будет себя представлять дальше. Так что сюда вы можете тоже сводить своих ребятишек, если вы вдруг приезжаете с детьми. Я надеюсь, конечно, меня слышно. Здесь такой шум, но надеюсь, все-таки микрофон у моей камеры хороший. Я так понимаю, здесь и прокат роликов есть. Так что вот так вот народ развлекает. Кстати, сейчас увидела и вспомнила. Здесь также в этом году цирк приехал. Так что вы можете тоже сходить здесь на представление в цирк. Честно, я никогда не хожу в цирке. Мне жалко животных. Но если вы вдруг любите, то идите.
Так что здесь и цирк есть тоже на этой территории. То есть в первую очередь, если вы вдруг приезжаете в Соль-Илецк, то идите в парк Персиянова. Здесь вы точно найдете развлечения для себя и своих деток. Я решила снять поближе аттракционы. Мало ли, просто, может быть, кто-то задастся вопросом, какие есть. Вот. Там вот, я так понимаю, типа американские горы. На самом деле говорят, что американские горки в Америке называют русскими горками. Не знаю, где правда, не знаю, где нет. Но у нас так, а у них говорят так. Там, по-моему, насколько я помню, комната страха. Что, соответственно, для деток покататься на лошадках и всем остальном. Бату. Там аттракционы тоже, которые мы тогда видели, что прям разгонялся. Ну, а там он за батутом на заднем плане центр культурного развития, о котором я говорила ранее. Кино показывают и все остальное. Концерты. А вы бы смогли на таком аттракционе прокатиться? Пишите об этом в комментариях. Я вот не знаю, я бы, наверное, подумала сейчас.